Аллилуйя. Бля. Самара один играешь? Нет. Да. Ты также дэвишь прав- левый фланг, только на этот раз ты его рашишь. Вот этот лес закрепишься. Я на Итак. Центр и на Анну оставляю командир. Я просто рефлекс не буду рашить Леонида в начале, его лифт выбить, нет смысла. Я задеплю Елену и займу Вали с Ксен эти дома. Так я на бой с командиром. Не, я на Анне и на центр. Напалм лить? Да. На обе дороги? Нет. Хин идет танками на Борис, поэтому я думаю, если они будут заезжать с этой дороги, то мы их убьем. Понял. Понял, понял. Самар, убери и хоп к шемку. Сам. Я командир класну на Диму. Валя на Анну центр, Ксен на Бориса, рефлекс уже замаркировал. У меня по ухо. 2-2-3. Вам 2 за девятых брать, ребят? Да. У меня есть. А тогда не надо. Ксен, ну я без Буратино. Да, херово. Ми-2 брать? Рефлекс. Что? Ми-2 брать? Ну, возьми на всякий. Хотя не, ладно, я сам возьму МДшку. Но ты 2G9 возьмешь? Ты думаешь, они к тебе полетят высаживаться? Ну возьми один хотя бы, не беспокой. Один возьму. Мы только с командирами ничего не наплыть. Нужно понять, урвать. Курва. Десять секунд. Значит, на Иванов дома я еду в левый, вы помните. Кто едет в левые дома? Я. Прикольно. А доеду полностью направо. Работаю. Селтик. Два селтика, три селтика. Два селтика. Газели, Линкс. Иду на Мираж. Держитесь крепче, взлетаем. Давай. Я на селтике сейчас вернусь, не боюсь, успею. Убираю ПУ. ПУ не убил его. Иду на селтик. Я думаю, тебе, Вали, одного верта хватит. Да. Сделать вы сможете. Передайте жене, что я люблю. Подвезти? Тут пехотная командирка. Такси, такси заказывали? Отправляемся, заводи мотор. Ребят. Пофигу. Запомни это место, Самара, это плюс 2. Я запомнил. Выдвигаемся. Ох, махать ко мне тут чувак закатился. Ставим на полной скорости.
минус так, ребята, у меня тут все серьезно. Понял, вызываю на тебя. Налить напал. У меня тут два. Я не знаю, что делать. Ты зря туда пригнал этих туры. Ты не умеешь точно сделать броня. Туда нужен только рекон, ты все, не пытайся там ничего убить. Ты все сольешь, не бежай. Дали шимпоинты и все. Вы что-то заметили? F1 вылетел. Иду на него. Нет, не иду. Отправляемся в указанный квадрат. Самар, я бы твоим Леонид пошел бы занимать. Я еду, ты вот видишь, в итоге ты приебал рекорд. Ни одного не стал. Он у меня сзади два. Это уже поздно, самолет ему не можем помочь. Да чем вы там поможете, там танков? Они все говно. Такси! Такси заказывали! Леопард 2А4. Сенку 5D на спифте. Такси, такси. Конкурс, нужен конкурс. Сен. Самар, начинай вызывать тебе юнит, реальник, чтобы мы его взяли. Не надо мне юнит вызывать, отбей лево. Подвести. Кого вам надо отвести? Ждем новых приказаний, сэр. Это Иван на кусты. Тут бы какой-нибудь Ми-28 помог, они все без ПВО. Атаку, солдаты! Огонь! Кто такси заказал? ПВО убил последний, нет ПВО, ни одной штуки. Сейчас просто вертолет надо заставлять. Леопард 2А4. Ждем новых приказаний. Это не моя война. Слушай, Чечена вызовешь? Да, уже вызвал.
Vad vill du ha den här gången? Это не моя война. Все, я убил их все танки. Савчик. Молодец. Отправляю в 5 по Шенкин. Давай. Откроем. Куда нам отправляться, сэр? Каплю на команду. Идите за мной или против дороги. Ну и ладно. Какие будут приказания, сэр? 90 минус. Не минус. Проблемы. Теперь минус. Ну ты и так там много сделал. Я там все убил. Проверка завершена, к вылету готовы. Сейчас давайте добить и все. Кого вам надо отвезти? Самар, Михаил, пустой, можем идти дальше. Что мы тут делаем для вашей пехоты, сэр? Нет. Отправляемся, заводи мотор. На Лёне помоги. Знаешь, мы были бы слепы. Лужанду чеченцы, префект, посади обратно в дом, там леопард. Есть, сэр. А, Самар, пройдись пехоты и убей леопард. Двадцать первый. Ти, ну командирку двигай. Это не моя война. СТРВ 121. Где командирку ехал? Вылетел на 121. Тоже вылетел. Проверка завершена, к вылету готовы. Прикольно. С ПВО нет. Загеров бомбит. Подвести.
Аккуратно за 9. Вызвал командирку на Михаила. Кому-нибудь куда-нибудь по пятам бомбануть? Да, вот сюда. Если сможешь. Вылетел. Быстрее, Жадю, мы торопимся. Построиться! Шагом! Хорнет проблема. Не стримил? Стримил.